Так, всем привет! Сегодня супчик, а точнее его рецепт. И этот суп будет с лимонной травой, или как он называется? Лемонграсс. Лемонграсс он также называется, видимо. А потом шиитаки, их можно и свежие, конечно же, взять, но вот это сушеные. Сушеные лучше. Вот такие вот мы взяли из азиатского магазина, вот он где находится, неспонсированный ишин. Потом у нас имеется макароны удон. Так, их лучше всего брать из заморозки, свежие. Они есть и свежие, но не из заморозки, и не свежие, засушенные. Морковка не азиатская, обычная. Потом мы не нашли сегодня, но вообще можно было мини-кукурузные вот эти стручки, початки. Это что такое, я не знаю. Кардамон. Или что это? Перец. 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 Все гораздо проще. Вот это кардамон. Вот это. Кардамон вот. И это тоже не кардамон. Это что такое? Так, и вот это у нас таки кардамон или какуля. В том числе мангольд или пакчой. Он поменьше. Мы, к сожалению, только био-мангольд нашли. Это уже взрослый. Потом вот такой вот супер тофу. Или просто тофу. И вот такая вот паста. Как она называется? Red curry паста, да? Она довольно-таки острая, поэтому по вкусу осторожно кладите. И вот такие вот грибы. Straw mushrooms. Окей, давайте сделаем это. Лемонграсс сначала и конец отрезать, а потом по сантиметровым таким отрезкам, интервалам нарезать. Так. Потом вместе с кардамомом и вот этими шиитаки грибами и цитрон грассом все поставить. Насколько? Перец там тоже. А, перец там тоже, окей. Насколько поставить? 20 вот перец. 20 минут поварить. 20 минут поварить. Карри, потом кумин сейчас. Широкоугольная камилка с огромным лбом. Вкусно? Очень, во-первых, он твердый. Ну, не знаю, из меня такой гурман, что некоторые думают, что у меня корона. Потому что я не чувствую вкус. Нет, но серьезно, у этого тофу мало вкуса. Сначала пожарить тофу, да? Сейчас соус сделаю для этого надо. Так, теперь мы делаем соус, тоже используем вот эту red curry пасту, да? Угу, что-то я... Окей, что-то разболтался, как будто я сам это делаю. Это, конечно же, не мед, это сироп агавы. Окей. И 2 столовые ложки соуса. Так, он уже закончился. Одна бутылка. Вторую начните. Вторую начали уже. А, окей. Даже вот так вот оказывается. Так, и это, по-моему, тот же самый соус. Вот премиум лайт сой соус. Naturally Brewed. Здесь вроде по нижнее количество соли 17 грамм. Всего лишь, а так обычно 20 чем-то. Так, да, и... еще свежего. Что еще нужно? А, свежий имбирь. Если есть, то натрите и добавьте. Да. У нас есть дома еще терка для имбиря, но мы сегодня не дома. Не-не, железо не пойдет.
Только наша. Сухой ингвар, но свежий лучше. А, это сухой имбирь, да. Лучше свежий, но для свежего нужна специальная терка. Я ее покажу в отдельном ролике вот здесь. Посмотрите, очень хорошая, кстати. Она от фирмы Arche, или Arche. A-R-C-H-E. Так, все сболтать. Вот такой вот фэнси, как он называется? Венчик. Венчик разноцветный. Все, и в этом всем мы будем тофу жарить, да? Без масла. Без масла, окей. Это вообще возможно? Да. Или мы обманываем тут? Возможно. Мы вообще всегда так делаем. Да. Так что это реально возможно. Поменьше жира во всем. И, соответственно, будет поменьше жира в вас. Впрочем, если тоже слишком мало, тогда первое, что нужно сделать, это не жирное кушать, а меньше и менее интенсивно заниматься спортом. То есть просто на прогулки ходить, гулять, парки какие-то посещать, леса, какие-то достопримечательности, если вы хотите набрать именно вес. Так, тофу мы немножко разогрели, и теперь добавка соуса идет. Да, окей, можно замариновать, но у нас сегодня не было много времени. И, не знаю, было бы это вкуснее или что, но... Да. Что мы теперь жарим его? Да, в этом соусе. Так, и пока там все тушится, готовится, можно начать приготовление овощей, которые тоже пойдут в супчик. И это вот этот мангольд, или его, по-моему, листья свеклы тоже называют или нет, или это что-то другое. Но в любом случае это тоже или называется бакчой или пакчой. Тоже классная тема. Хорошо, да. Промывать нужно. Меньше болтать. Так, и здесь буквально для вкуса можно добавить семечки сезама. Я совсем чуть-чуть, наверное. Окей. То есть вот этот агавен сироп, он делает такой вот соус он густым. И покрывает вот эти тофу, и посмотрите, он сразу окрасился и прочее. И этих семянок кунжутных, сезам говорю, ну да, кунжутных, соответственно, их где-то пол ложечки максимум. Да, и секите, что у меня есть. Чувствуешь, как пахнет? Цена. Чувствуешь? Жаренье. Да. Так. Я просто так сказал. Конечно, не Так, супчик готов, мы его здесь оставим в сторонке. Овощи, собственно, вот эти грибы, они очень интересные. Здесь гриб в грибе, на самом деле. Вот эти пузырики прикольно выглядят. Но в любом случае здесь все протушится на том же самом соусе, только без карри-пасты, что и был до этого для тофу. И для этого мы не использовали термомикс. Так, на заднем фоне кипит водичка для макарон. А это пакчой. Его можно сырым тоже кушать. Мангольд. Мангольд. Ну, мангольд это выросший пакчой. Нет. Да. Да. 100%. Проверим вот здесь, вот в интернете. Сейчас, ребята, проверьте, все напишут, что я прав был. Точно говорю. У меня много лояльных подписчиков. Хочу это крыть от цвета.
Семейство. Так, у меня заканчивается место здесь на айфоне. Продукт of Korea. Толстенькие. Они уже свежие, готовые. Мы выиграли эти макароны в игру кальмара. Так, следующий шаг – это вылавливание шуитаков для их последующего нарезания. Так. Так, и наконец-то макарошки. Сколько они? 5 минут буквально должны постоять вроде. Разморозьте просто в целом все. А, окей, они же из заморозки точно. Так, и теперь, как я понимаю, идет сервировка уже до окончательного, конечного клиента. Конечно, получается все. Так, сначала макаронис. Обратно, туда-сюда, обратно. Так, теперь бульон. Его нужно процедить. Так, я буду держать. Так. Не надо много добавлять. Много не надо, окей. Так, тофу. Угу. И остается еще один треугольник. Он для шиитаков. Так. Пожалуйста. Все, это готовое блюдо. Можно еще добавить мясо. Да. Да, особого вида или черного куджута. Так, и у нас тут проба началась. Собственно, суп готов, но нам досталось сегодня бесплатно Zero Sugar, без кофеина Coca-Cola и, к сожалению, с сахаром и без кофеина версии еще нет. По вкусу, в принципе, как Coca-Cola, я бы сказал. И при этом, ну окей, без сахара, конечно, просто из-за вкуса, если только пить. И вот эта новая версия Spice Ginger Brew от Bundaberg из Австралии прямиком. Его нужно вроде вот так вот перевернуть. Так. Сейчас это одно из тех видео, когда бутылка потом взрывается. Нет, повезло. Так, во, пахнет этими рождественскими вот этими плюшками. Странно пить такой, попробуй. Но вот это классная вещь, там реально вкус. Ощущается. И, собственно, вот это блюдо. Сразу покажу вот эти грибы. Там внутри еще один гриб. Так, я ем вилкой. Не знаю, как правильно есть. Но, по-моему, так удобнее. Вот это овощи еще чуточку хрустят, тофу, умами вкус, грибной вкус, черт знает какой вкус. Если хотите еще острее, то еще больше вот этой red curry пасты добавить. У нас получилось не так остро, правда, на заднем плане, возможно, слышен был кашель, я не уверен. Возможно, это из-за того, что не слишком остро было. В следующий раз обязательно добавим больше. Тут уже потекло все. Это явный знак. Я правильно интерпретирую знаки. Окей, это было все. Огромное спасибо за внимание. Приятного всем аппетита. Если вы скоро будете кушать. Если нет, то whatever. Давайте. Да-да.